Оплачивать за свет надо своевременно. Об этом еще раз решили напомнить населению сотрудники Дагестанской энергосбытовой компании. И не просто напомнить, а показать пример личной инициативы. За потребленную электроэнергию сегодня платили более 500 работников ДЭС. По словам организаторов, такие акции должны способствовать воспитанию в людях платежной дисциплины. А с этим у нас, как известно, далеко не все в порядке. По Республике Дагестан по конечным потребителям дебиторская задолженность около 4 миллиардов. Ну, считаем, что большая задолженность, разбираемся с данной задолженностью. Есть, где не обоснованы, значит, мы данные начисления сторнируем, обязательно убираем. Мы проводим большую работу по инвентаризации именно по долгам вместе с правительством Республики Дагестан, с главами муниципальных образований. Хочу, пользуясь случаем, обратиться к жителям Республики Дагестан, городу Махачкалы, чтобы все оплатили за потребленную электроэнергию. Я, конечно, человек не суеверный, но есть такое поверье, что год надо закрывать свой без долгов.